До нового 2020 года осталось чуть больше пары недель. Все готовятся к встрече волшебного праздника. Наш корреспондент Анна Троян не осталась в стороне от предновогодней суеты и узнала, как лучше всего отправить в свободный выгул желтую свинью и в чем встретить белую металлическую крысу. В торговых центрах аншлаг. Все спешат за подарками, угощениями на стол и, конечно, праздничными нарядами. Астрологи уверяют, важно не только, как мы встретим символ года. Животные – талисманы, и нас встречают по одежке. Самый любимый и волшебный праздник все ближе. И я уверена, вы полностью не готовы к торжеству. Наряды нужно подбирать уже сейчас, пока вешалки не опустили. Как встретить символ года во всеоружии и блистать новогоднюю ночь? Давайте разбираться. 2020 год белой металлической крысы. Под умного и хитрого зверька придется подстроиться. Отличный вариант – серебристая одежда. Но все же главный цвет года – белый. И все его оттенки – модные, пастельные и не только. От молочного до бежевого все оттенки светлых тонов. Также это люрекс преобладает, металлизированные нити, цвета антрацита, серые цвета. Также не запрещены оттенки черного, зеленого, графитового и коричневого. Это может быть и люрекс, и атлас, и вкрапление металлизированных нитей. Конечно же, это может быть и пайетки. Гамма актуальна как для мужчин, так и для женщин. Однако у прекрасной половины человечества может возникнуть недоумение. А как же яркие цвета и броские принты? Спокойно! Хозяйка года 2020, несомненно, одобрит цвета травы, земли, сочных ягод и фруктов. Зеленый, голубой, розовый, пурпурный, желтый, коричневый. Да, выбор велик. Крыса – женщина, поэтому рекомендует всем особам своего пола встречать 2020 в платьях. Этот наряд беспроигрышный. На крайний случай надевайте юбку в миксе с верхом из предложенной цветовой гаммы. Отмечайте праздник у стен Кремля, выбирайте белоснежную верхнюю одежду. Если все это вам не по душе, оденьте маленькое черное платье, и символ года, несомненно, останется доволен. Безусловно, тренд этого сезона – это черный. Плюс это еще тренд Нового года. Вот вам в исполнении бархат. Плюс блестящие детали. Все собрано как бы в этом одеянии. Также оттенки серого, о которых мы говорили. Металлизированная нить. Также оттенки есть еще и более яркие. То есть это беж с вкраплением люрекса. Больше металла, больше! Блестите и блистайте с ног до головы. Металлическая белая крыса точно одобрит. И не забудьте про аксессуары. Они отлично дополнят ваш ослепительный образ. Это тоже должно блестеть. Это может быть золото, серебро, стразы, камни. А вот в чем точно не стоит встречать хозяйку новогоднего бала, так это в красном. Знак огня и опасности. Под табу попадают трендовые кошачьи и змеиные принты. Тщательно продумайте образ, и капризный символ года обязательно принесет удачу. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.